Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Продома на колесах». Меня зовут Александр Епифанцев. Мы продолжаем работу на главной зимней выставке автодомов и прицепов дач в городе Штутгарт, Германия. Сегодня вашему вниманию самый легкий шестиместный прицеп от компании «Адрия». Называется он «Авива 472 PK». Почему этот прицеп показался нам интересным? Во-первых, он действительно рассчитан на 6 полноценных спальных мест. И вес его составляет всего лишь 1350 кг. Цена в России со всеми таможенными платежами и доставкой составит приблизительно 21 тысячу евро. Это немногим дороже, чем какой-нибудь двухместный или трехместный прицеп. Ну что ж, в передней части нас ждет газовый отсек. И важной фишкой модельного ряда Авива то, что у него большая крышка вот этого багажного отсека, который позволяет разместить здесь большое количество предметов и доставать их легко и просто. Также важным отличием от обычных прицепов, которые в том числе производит и Адрия, наличие вот этих вот веревок для сушки белья. Второе, значит, здесь располагается два баллона, газовый редуктор, крепеж на два баллона. Слева располагается переносная кассета для сбора сточных вод, небольшой квадрат с отверстиями. Сюда можно прикручивать какие-то устройства, инструменты. Опционально доступно в этой модели вот такие подвесные ящики. Они вытаскиваются и могут переноситься в зависимости от ситуации. Прицепное устройство «Алка» с системой стабилизации АКС, которая предотвращает раскачивание прицепа во время движения. Ну, тут стандартно будет стояночный тормоз и подкатное колесо. 13-пиновый разъем для подключения к тягачу. В передней части прицепа дачи мы с вами видим лючок для обслуживания биотуалета. Он тут стандартный на 19 литров. Две решетки холодильника. Верхняя часть двери может независимо открываться. Если вдруг хотите проветривать, то можете открыть верхнюю часть и закрыть вход на антимоскитную сетку. Ну что ж, друзья, на самом деле прицеп приятно удивляет своей комплектацией. Этот выставочный образец довольно-таки хорошо укомплектован. Во-первых, смотрите, на входе у нас отдельный гардероб для детей. В данной комплектации у нас две полки, верхняя с ограничением 70 кг, нижняя без ограничений. Под нижней полкой располагается пространство для размещения багажа. В любом прицепе Адрия Авива возможна опция, которая позволяет расположить здесь третью кровать. То есть она будет располагаться непосредственно на полу, а две чуть выше друг над другом. То есть получится всего 7 спальных мест вот в данном варианте прицепа. Детские спальные места закрываются на шторке, там у них есть свои светильники. Обязательно есть окошко либо люк. Чтобы забраться на верхнюю полку, есть лесенка. А чтобы детки не падали с нее, здесь стоит вот таких два бортика. Есть еще страховочная сетка, чтобы ничто не вывалилось наружу. Столовый модуль стандартных размеров. Под столом располагаются большие шкафы. В данном пространстве у нас располагается печь отопления Трума. Кухонный модуль на три конфорки с пьезоподжигом. Интересные планки, на которые можно развесить полотенце. Под газовой плитой также мы обнаружим такие вот большие полки. Стоит заметить, что над кухонным модулем очень большие подвесные ящики. Пространство позволяет установить сюда микроволновую печь. Для этого здесь подведена розетка 220 вольт. Такой же по размеру шкаф слева. Конечно, для большой компании в 6 человек нужен большой холодильник. И здесь у нас Тедфорд в максимальном размере, который, в принципе, возможно вставить в такой прицеп. Столовая группа, на первый взгляд, для четверых, но если вы возьмете сюда небольшие стульчики, то здесь легко можно разместиться в шестером. Стол будет разбираться, и здесь оборудуются еще два спальных места. Над гостиной также подвесные ящики больших объемов. Всегда интересно посмотреть, что же находится под сиденьем в столовой группе, и мы с вами сейчас это сделаем. В этой части мы с вами обнаружим, во-первых, цистерну для чистой воды, а во-вторых, еще один ящик для хранения. С другой стороны есть короб, в котором уже установлен аккумулятор. Вторая часть также посвящена ящику для хранения. Ну что ж, двигаемся дальше, и мы с вами уже в основной спальне, друзья. Здесь будет гардероб, в изголовье два шкафчика и есть полка с резинками. Итак, основное спальное место, друзья. Здесь есть небольшая трансформация. Мы берем вот этот пуфик, пододвигаем матрас к стенке и делаем спинку. Таким образом у нас получается диван. Более того, вот эта часть у нас
уходит, и мы получаем полноценный проход. Конечно же, будет интересно заглянуть под кровать, и мы здесь с вами обнаружим огромное пространство для хранения. Кровать хорошо усилена деревянными брусками, ложиться на нее не страшно. Я полагаю, что неплохой идеей будет повесить телевизор именно вот на стенку санузла. Двигаемся в санузел. Тут у нас прекрасно все освещается. Душевая лейка вытягивается. Биотуалет вращается. И я хочу заметить, что несмотря на компактные размеры прицепа, места здесь очень много. Очень глубокие ниши для полотенец. Сюда поместится большое количество белья, полотенец. Есть зеркало с этой стороны. И уголок такой из зеркала непосредственно над умывальником. Умывальник такой вот продольной формы. Смотрится очень стильно. Еще, кстати, покажу вам. Уже висит. Здесь вот такой вот интересный органайзер для щеток, паст. Ну что ж, друзья. На мой взгляд, весьма интересный прицеп. Он весит 1350 килограмм. Он на 6 полноценных спальных мест. И важно, что этот прицеп стоит не намного дороже стандартных двух, там, трехместных. То есть в районе 21 тысячи евро. Спасибо за просмотр. У нас еще впереди много интересных обзоров. Смотрите наши ролики, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, пока.